Новые возможности появляются у компаний агропромышленного комплекса Верхневолжья, занимающихся торговлей с зарубежными государствами. Теперь они могут восполнить часть затрат, связанных с сертификацией продукции. Для этого необходимо подать заявку через цифровую платформу «Мой экспорт». В частности, это касается производителей масложировой, рыбной, мясной и молочной продукции, зерна, а также пищевой и перерабатывающей промышленности. Ключевые условия – юридическое лицо должно быть зарегистрировано в России, сертификация и поставка продукции велась не ранее, чем за год до дня подачи заявки, а ее стоимость превышает размер запрашиваемой поддержки не менее чем в 5 раз. Такие меры позволяют аграриям возместить от 50 до 90% расходов на оценку соответствия продукции международным стандартам, ветеринарно-санитарные и прочие процедуры. За 2023 год объем поддержанного таким образом экспорта составил более 414 миллиардов рублей. Отбор заявок будет проводить Минсельхоз России до 29 февраля включительно.